причине вы отказываетесь называть, куда переданы по такой причине, что мы хотим достоверных результатов от лаборатории. А в нашем городе Оренбурге таких результатов нам никто не даст, потому что нам нужна химическая, химические исследования тканей животных. В настоящее время где животные находятся, умершие? Животные исследования. То есть вы отказываетесь назвать? Я пока не могу, я не обладаю такой информацией. Кто передавал животных для исследований? Я пока не могу сказать. Просто вчера вы были в органах прокуратуры и давали объяснение о том, что два тела животных находятся у вас здесь, в морозильном камере. Да, мы созвонились с лабораторией, нам сказали, либо вы всех животных исследуете, либо мы вам никаких заключений не дадим. Вот сколько помню, сколько исследований. Скажите, пожалуйста, проверка все-таки проводится по факту гибели животных. Да? Так вот, пожалуйста, представьте, где находятся животные, для того, чтобы мы могли объективно провести прокурорскую проверку и дать оценку. Нам необходимо всех животных исследовать. Но как они будут исследованы, мы все данные предоставим. Это прежде всего в наших интересах. То есть имя исследований. Такой резонанс в СМИ по факту гибели этих животных собралось достаточно большое количество, да, было задействовано в ходе этой проверки. И в настоящее время мы приходим и видим, что никаких животных нет. Кроме того, вы отказываетесь назвать, где они сейчас находятся. Ну, я делаю это в интересах следствия. А о каком следствии вы говорите? Ну, следственные действия вчера же начались. Кто вам об этом говорил? У нас вчера были полицейские. Они сделали замеры, свои пробы.